Всем привет! Такое легкое вступление. В общем, мнение. 20 гривен 2016 года. Успели отложить? Так как я в корешках и в банках, в прессе нигде их не вижу. В 2016 году я успел выхватить только вот такую маленькую пачечку. И все. И больше я их нигде не видел. Посмотрите по своим кошелькам, по банкам, по знакомым, сколько есть. Просто интересно. Что-то мне кажется, что эта темная лошадка в ближайшее время очень может подорожать и хорошо выстрелить по цене. Это всего лишь мнение, притом мое. Кому понравилось мое мнение, ставим лайки и пишите в комментариях, сколько у вас есть 20 гривен 16 года. Подписывайтесь на канал, может быть, дальше будет еще интереснее что-то.